В Ульяновской области 11-й год подряд проходит конкурс «Семья года» на соискание премии губернатора. Сегодня в ДШИ имени Варламова соревнуются 38 семей. Все они представили на суд жюри свои визитные карточки и портфолио, чтобы определить самых лучших. За 10 лет проведения конкурса «Творческий огонь, воду и медные трубы» в областном этапе прошли около 400 семей. В этом году на участие подано 275 заявок. Многодетная семья Шурчаловых из Инзы прошла муниципальный этап и стала одной из 38 семей, которые приехали в Ульяновск на областной очный этап. Мама Татьяна вот уже многие годы занимается пением и рукоделием, учит этому своих двух маленьких дочерей. Глава семейства любит спорт и приобщает к нему старшего сына. Шурчаловы не раз были отмечены грамотами за хорошее воспитание детей, активную общественную позицию и творческую жизнь. Большинство участвуем в детском саду, во всех конкурсах. Тут в последнее время стали участвовать и в городских конкурсах, и очень захотелось вот показать себя в конкурсе «Семья года». Ну и благодаря нашему творческому коллективу, поддержке нашего детского сада, и не только, мы здесь, с вами и у вас. Итоги по 6 номинациям, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Преодоление» подведут 15 мая, Международный день семьи. Праздник выбран не случайно, поскольку конкурс проводится для продвижения государственной семейной политики и национального проекта «Демография». Для нас, правда, участие этих семей очень значимо, потому что это показатель семейного благополучия, это показатель традиционных семейных ценностей, это показатель взаимовыручки, поддержки, это показатель ответственного родительства. И те семьи, которые вы видите сегодня здесь, участвуют в номинации «Многодетные семьи», а мы всегда за многодетность. Документы на участие во всероссийском конкурсе «Ульяновская область» подаст в июне. Соревнование пройдет в Москве в ноябре этого года. Наш регион представит семья-победительница областного конкурса. Она же получит премию губернатора Сергея Морозова в размере 50 000 рублей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости «Ульяновской правды».